Итак, ресторан «Черноморка», вылов рыбы. На карте мы пишем, что на сегодня он временно закрыт. Ну, понятное дело, январь месяц, какой там вылов рыбы и какая черноморка. Но, извините, мы же туда собираемся не сейчас, а в перспективе. А учитывая, что мы уже в перспективе там побывали и хотим все-таки короткий и удобный путь выбрать для себя и для других. Ну вот у нас черноморка. Значит, она рядышком. Какой населенный пункт? Южный берег. Кемпинг тут есть. Николаевка. О, ну, Николаевка. Тут черноморка. Маршрут. Вот так мы его возьмем. О, вот так вот мы где-то. Вот возьмем Одесса. Маршрут с Одессы огибает Днестровский лиман. Так, за лиманом. И мы как раз попадаем вот в этот Черноморка. Черноморская чайка. А нам надо... О, вот он обманул. Нам надо вот сюда. Вот. Черноморская чайка нам не надо. Гостевой дом. На Елисейских полях. А вот нам черноморка. Нужна вылов рыбы. Есть немножко покороче маршрутец. Вот мы... Мы можем проехать вот здесь. Вот сколько. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот. И мы в затоку попадаем. В принципе, на затоку мы можем попасть, или свернув с этой трассы, не объезжая лиман. Вот. Вот тут мост подъемный. Вот он такой мост. Мост. Вот. И мы едем уже дальше на Одессу. Вот он, ресторан. Покажем еще раз ресторан. Вот он, ресторан. Он не тут, он прямо на берегу. Он прямо здесь вот на берегу. Сейчас мы это все увидим. Вот. Также можно из Кишинева и из Киева. Поэтому там много отдыхающих. И из Киева, и с Молдавии, и наши одесситы.